начинают эту игру. Поехали. Перед нами состав «Казань». Будучи нацеленными на атаку, не стоит забывать и об обороне. Ну, тут с ней все в полном порядке. Джейми Вард. Пас с фланга. Защитник прекрасно обороняется, не позволяет пройти на весь. Фернандини. Нголо Канте. Аут, но до штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот стандарт. Посмотрим за этой атакой. Александр. Штаты спасает, но игра продолжается. Юбилейный 200-й матч он проводит сегодня за свой клуб. Думаю, это отличный повод, как следует отпраздновать, например... Какая техника, как Джейми Варди! Фабригас подает угловой. Давид Луис! Я думаю, этот игрок прекрасно бы исполнял брекды штрафные. Опасно. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Рахим Стерлинг. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Мяч летит в сторону ворот. Ну вот и все. От ворот показывает арбитр. Лоран Косильни. Альберто Морен. Нголо Канте. Пока неплохо. Терпеливо ждут они своего шанса. Защита справляется. Сеск Фабригас. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. И вот потери в центре поля. Отлично сыграно. Надо решать. И мяч в руках у Канте. Альберто Морен. Атака продолжится через фланг. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. Фернандини. И в разрез. Шикарно. Александр. Удар в штангу. Рахим Стерн. Может получиться интересная атака. Прекрасная игра защиты. Ведь опасный был момент. Антони Марсиаль. Нголо Канте. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Фернандини. Дембеле. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Это может быть опасно. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Педро. Дембеле.
Ну что, как думаешь, стоит от него ждать чего-то из ряда вон выходящего? Одна атака сменяет другую, и защитники только успевают отбиваться. Прям какой-то атакующий ураган. Антонио Валенсия. Продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Уго Льорис. Альберто Море. Антони Марсиаль. Луик Реми. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точно. И здорово читают эту подачу защиты. Рахим Стерлинг. Альберто Море. Пересек мяч в боковую линию. Сеск Фабригас. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мяч летит в штрафную площадь. Забирает мяч. Альберто Море. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Н'Голо Канте. Луик Реми. Остроумно сыграно, хороший пас. Конец первого тайма, счет не открыт, 0-0. Это чемпионат Food Champions Weekend League, и команды готовы начинать второй тайм. Альберто Море. Александр Лаказет. Был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Реми. Н'Голо Канте. Дембеле. Тут может что-то получиться. В защите у них явно не порядок. Это угловой удар. И все-таки вратарю удается сохранить свои ворота сухими. 0-0. Валенсия. Это может быть опасная атака. Атака остановлена, но кто получит мяч? Фернандиньо. Луик Реми. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Стерлинг! Фабригас подает угловой. Антони Марсиаль. Педро. Н'Голо Канте. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Сеск Фабригас. Джейми Варди. Красиво сыграно, как эффектно. Аарон Леннон. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Что на том конце поля, что на этом, ворота еще не распечатали. Голкипера сегодня действительно в ударе. Альберто Морен. Потерял он мяч, но кому он достанется? Лоран Кусильни. Н'Голо Канте. В этой атаке оборону пройти не удалось. Н'Голо Канте. Джейми Варди.
Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Александр Лаказет. Реми. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Тут защита справляется. Потеря мяча. А сейчас вперед можно выйти. Стерлинг. Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Джейми Варди. Счет не изменился. По-прежнему ничья. Хотя сейчас они были близки к голу. Основное время истекает через 20 минут. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Фабригас и Суле. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Отобран мяч. Надо возвращаться. Джейми Варди. Отличный момент. Этот навес не проходит. Ух, какой отбор. Педро. Антони Марсиаль. Пока неплохо. Пас назад. Фабригас и Суле. Замену проводит тренер-хозяин. Посмотрим, кто покинет поле. И здорово играет защита. Реми. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Забирает мяч голкипер. Осталось играть примерно 9 минут до конца второго тайма. Штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот стандарт. Отлично сыграно. Надо решать. Джефферсон Монтеро. Сейчас, как никогда, близки они были к тому, чтобы повести в счет. Остается 5 минут до конца основного времени матча. Счет равный. Джефферсон Монте. Тут может что-то получиться. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Защита справляется. Лазар Маркович. Дембеле. Это может быть опасная атака. А ведь это конец игры. Какой мог бы быть момент, если бы не этот парень? Джейми Варди. Педро. Дембеле. Посмотрим за этой атакой. Основное время матча закончено. У нас ничего.
Тренеры поговорили с командами, установки получены. Дополнительное время началось. Голкипер отбивает мяч, куда подальше. Лазар Маркович. Защита надежно играет, мяч отобран. Люк Шоу. Муса. Это может быть опасно. Прекрасная передача. Тут защитник очень четко разобрался с этим навесом и не дал развиться атаке. Нголо Канте. Педро. Хорошая была ситуация, вот только навес этот у него явно не получился. Мяч летит в сторону. Прекрасная игра вратаря, и спасает он свою команду от неминуемого гола. 0-0. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Плохая подача, защитник первым на мячах. Джефферсон Монте. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Нголо Канте. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Может получиться интересная атака. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. Отличный кросс. А сейчас вперед можно выйти. И это гол! В этом моменте великолепная командная игра и невероятная подача с фланга завершилась голом. Если соперник не сравняет счет, матч закончится после этого дополнительного тайма. Первый дополнительный тайм закончен. Команды меняются в ворота. Вторые дополнительные 15 минут только что начались. Лазар Маркович. Неплохо. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Опасная подача была, но оборона справляется. Дембеле. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Нголо Канте. Ахмед Муса. До финального свистка и окончания дополнительного времени остается 8 минут. Педро. Великолепная игра в пас. Можно попытаться передачу сделать. Под натиском защитника он мяч упустил за боковую. Командам осталось играть 6 минут во втором добавленном тайме. Нголо Канте. Александр Лаказет. Тут защита справляется с потерей мяча. Люк Шоу. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Ахмед Муса. Отлично сыграно. Надо решать. Джейми Варди. Мяч словно приклеил.
соперника. Две минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Ахмед Муса! Гол! 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 Этот гол забил игрок, вышедший на замену, обращу ваше внимание. Попробуй еще 100 раз так пробить, вряд ли попадешь. Вот точненько под перекладину. Это все, это точка, а точнее жирный восклицательный знак в самом конце дополнительного времени. Да, времени уже не остается, и это, видимо, окончательный результат этой встречи. Счет 2-0 у Крепилова. Игра закончена. Посмотрим за этой атакой.